Всем привет! Вы на телеканале Тыковка ТВ. И сегодня я открываю вот такой пакетик My Little Pony. 24 сезон. Здесь попадаются такие миниатюрные поняшки. Вот такая коллекция. Вот тут пони нарисованы некоторые. Давайте же откроем и посмотрим, какая же там поняшка. Так, сейчас. Ой, не открылся с первого раза, какой пакетик. Не хочет показывать, какая поняшка внутри. Сейчас посмотрим. Сейчас. И какая там у нас поняшка. Достаем карточку. И вау! Посмотрите, какая поняша! Какая красивая пони. Такая разноцветная, красивая. Давайте же посмотрим, как ее зовут. Так, ее зовут Флорин Терт. Так, какое-то странное имя. Так, вот тут все. Написано про нее по-английски. Она вроде бы любит всем помогать, своим друзьям. Вот тут написано, вроде она своим друзьям любит помогать. И еще из этой коллекции у меня вот такая пони-мальчик, прозрачный. Его зовут Риф Рояль. Ну или наоборот. В коллекции всего 24 пони. У меня пока их только две вот таких красивых. И давайте подведем итог. Вот какая чудесная пони нам попалась. Красивая, очень красивая пони. Я очень довольна ей. Окрас у нее довольно-таки аккуратный. Вот все копытце, каждый волосок. Все у нее там красиво прокрашено. Кьюти-марочка очень хорошо вышла. И копытце красиво сделано. И бантик. Все мелкие детали раскрашены, все очень удобно, и ребенку будет очень приятно играть. И всем пока! Вы были на телеканале Тыковка ТВ. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока! Пока-пока!